Всем привет! Меня зовут Оля, и это проект «Великий и могучий». Проект о русском языке с региональным акцентом. Что же это за акцент и о чем это я? Кировский, Вятский, мой родной. Я родилась в Кировской области и очень люблю это место. Кировская область входит в состав Российской Федерации и в состав Приволжского федерального округа. Карта нашей области похожа на петушка. Сейчас наш город называется Киров, а раньше назывался Вятка. Кстати, это название сохранилось у нашей реки. Вятская земля богата талантами. Это и писатели, и художники, и многие другие деятели, почти неизвестные ни в России, ни за рубежом. И обо всех этих людях нам хочется рассказать именно вам. Но делать это мы будем, показывая, насколько богат и красив русский язык, и как наши люди умеют им пользоваться. Так пишет о Вятской земле ее уроженец, писатель Владимир Крупин. «Уже давно меня никуда не тянет, только на родину, в милую Вятку и в святую землю. Святая земля со мною в молитвах, в церкви, а родина – родина тоже близка. И если в своем родном селе, где родился, вырос, откуда ушел в армию, в Москву, бываю все-таки часто, то на родине отца и мамы не был очень давно. И однажды ночью, когда стиснуло сердце, понял – надо съездить. Испугался, что вскоре не смогу одолеть трудностей пути. Поездов, автобусов, пересадок. Надо ехать, надо успеть. Туда, где был счастлив, где родились и росли давшие мне жизнь родители. Ведь и отцовская деревня Кизерь, и мамина Милеть значили очень много для меня. Они раздвинули границы моего детства, соединили с роднёй, отогнали навсегда одиночество. В этих деревнях я чувствовала любовь к себе и отвечал на нее любовью. Для него Вятка – это святая земля. Она многое ему дала, со многим познакомила. А вот стихотворение «Вятский край» автора Натальи Седовой-Шмелевой. «Вятский край, как признание в первой любви. Вновь сквозь годы твое ощущаю дыхание. Погружаюсь, как в негу, в объятия твои. И с тобой, словно с другом, ищу понимание. Ты суровый, совсем не похожий на рай. Образ твой – темноликие сосны и ели. Но природа твоя исцеляет мой край, лечит душу и силы дает с колыбели. Я люблю долгих северных зим тишину и убранство лесов и полей одеяние, и течение рек и озер глубину, и скупого и редкого солнца сияние. Акварельные краски природы твоей, чуть подернутой дымкой из вечной печали, тихо радуют глаз и намного милей, чем чужие и яркие южные дали. И когда от себя отвернусь невзначай, в лабиринте страстей заблужусь ненароком, я к тебе за поддержкой приеду, мой край, чтоб очиститься, снова вернувшись к истокам». А теперь давайте познакомимся с картинами, на которых есть Вятка. Так, например, Станислав Юлианович Жуковский, один из лучших пейзажистов России 20 века, несколько лет проживший в Вятке, написал картину «Ранняя весна» 1910 года. Эта ротонда стоит и сейчас является излюбленным местом для молодоженов. И это далеко не все, о чем мы хотим вам рассказать. Поверьте, Вятская земля богата талантами, и совсем скоро вы с ними познакомитесь. До новых встреч!